В предыдущем видео я вас спрашивала, что вы думаете по поводу расклада, связанного со здоровьем женщины. Сейчас я уже вам даю интерпретацию свою, да, то есть чтобы вы понимали, как это все происходит. Значит, смотрите, вот это первая карта. Она показывает, что на женщину сделана порча. Видите? И частично мы ее сняли, частично она осталась. Это про то, что я говорила, что она не чувствует, а я это вижу. Вот она. Ее нужно еще дочищать. Сделана она по земле, по мертвой земле порча. Вольт или что-то такое вот сделан. Ну, тому, кто делал, пусто теперь будет очень. А, значит, следующая карта, смотрите. Колесо, и на нем сидит ворон. А, символизирует повторяющуюся череду событий. Здесь есть родовая определенная программа, вот они корни, есть определенная родовая программа, которая и, так скажем, позволяет дотянуться до этой женщины, то есть ее уязвимое место. А здесь уже нам показывает, что нужно конкретно по третьей карте сделать. Здесь исцеление лучше проводить через, вот она, видите, изнутри, через мертвую воду. Через мертвую воду мы будем проводить исцеление. Я хочу пожелать тому, кто делал этой женщине порчу, чтобы его накрыло очень сильно, очень мощно накрыло. И все, что он желал этой женщине, пришло к нему. Потому что порча – это самое поганое, что можно делать просто так человеку. Я никогда не возьмусь за клиента, помогать клиенту, если он сам виноват. Но в большинстве своем порча делается только лишь из-за того, что есть процесс конкуренции. И это появляется нездоровая, так скажем, конкуренция, когда кто-то на кого-то порчу наводит. Есть процесс просто какой-то обиды, не туда поставленная машина и так далее. То есть такая мелочь, после которой люди у нечистых на руку колдунов заказывают порчи, а иногда и сами что-то бодяжат. Вы поймите, что это вернется вам. Другое дело откаты, когда у людей вот возникает такая ситуация, и почище все вернется тому, кто сделал. Это совсем другая история, понимаете? Понимаете?